Позвольте также сообщить, что помощником президента Республики Татарстан назначен Камиль Шамильевич Исхаков. Я думаю, нет в этой аудитории необходимости представлять его. Позвольте поздравить Камиля Шамильевича с назначением на новую должность, в которую будет он курировать вопросы, связанные с созданием Болгарской исламской академии и воссозданием собора Казанской иконы Божией Матери. Также, коллеги, 23 декабря депутат государственных... Бурные продолжительные аплодисменты. 23 декабря наш коллега, депутат Государственного совета Ильшат Рафкатович Гафуров, он здесь? Здесь. Избран действительным членом Академии наук Республики Татарстан. А депутат, они вот рядом вдвоем сидят, председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Исмагилович Валеев избран почетным членом Академии наук Татарстана. Давайте поздравим коллег с избранием. Пожелать им больших успехов в научной деятельности, добавляя авторитета нашей Академии, нашей Республики. Еще первым лауреатом премии, учрежденной Фондом содействия развитию предпринимательства имени Александра Таркаева, нашего коллеги, депутата Государственного совета прошлого созыва, стал депутат Государственного совета Республики Татарстан, советник генерального директора ОАО «СМП «Нефтегаз»» Фаат Фагимович Комаров, который занимается дорожным строительством, является инвестором татарстанского участка «Шелкового пути» транспортного коридора Европа-Западный Китай. Комаров и его компании на протяжении 25 лет активно занимаются благотворительной деятельностью. Фаат Фагимович, благодарим и поздравляем вас.